всех приветствую на канале Animal Life. На обочине лежал истощенный пес, все проходили мимо. На улицах много бездомных животных, которых бросили, предали и забыли. Сотни людей проходят мимо, но не все могут быть бездушными. Этот человек не смог пройти мимо этого истощенного песика. На обочине лежала собака без шерсти. Пес был истощен, голоден и испуган. Мужчина остановился и заглянул в его глаза. Он не смог пройти мимо. Когда он взял собаку на руки, то она так запищала. Живя на улице, пес не знал от людей добра. Его никогда не гладили. Неделями мужчина лечил собаку. Смазывал мазями, кормил, купал и гладил. Спустя несколько недель стала отрастать шерсть, и пес преобразился. Он стал спокойнее и понял, что его спасают. Пес набрал вес, стал активно играть и спокойно ходить по дому. Когда человек протягивал к нему руку, он больше не скулил и не пугался. Теперь его не узнать. Красивый и ласковый пес. Он совсем не похож на того больного и худого песика на первых фото. Он подружился с другими собаками и теперь абсолютно счастлив. Низкий поклон таким людям. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.